I love the atmosphere of the workshops. It's very friendly, very, very positive, and very creative as well. I had a lot of fun trying new steps, and especially Svanuri dance that I never had a chance to try before. So learning this new style was huge fun for me. Я не пожалел, что сюда приехал. Им все понравилось. Саба, Даня — это очень хорошие ребята. Они то, что знают, хотят передать тем людям, у которых нет возможности танцевать на профессиональном уровне. Сейчас, короче, так, потанцуем. Меня впечатляет то, насколько быстро все создается и прямо на наших глазах. Ну вот я прям впечатлена от этого, потому что вот вроде бы мы поставили и нравится, а бас они берут и придумывают еще круче. И тебе еще больше нравится, и это не заканчивается. То есть постоянно все дальше, дальше и круче, круче. То есть каждый день мы приходим, и я уверена, что сегодня будет что-то еще круче, чем вчера. Это на самом деле оставляет огромное впечатление и очень классное. Эмоции. Я очень довольна. Третья позиция. Так, ребят, надо сейчас погрузить. Вот это круг! Упрощение. Заметад майнц ай титон процесси рас дарбаши хтеба ай музыка музикосები როგორ ერთობიან процесс მოცეკვავეებთან და რაღაცა ეს цоцхали процесси რო არის რა ვიცი ай ეს დამამახსოვდა ალბათ ყველაზე მეტად რაღაცა ай ბოლო ძალები რო გაქ მაგრამ ай ამისგან ენერგიას რო იღებ ალბათ ეს ხო Наша вечеринка, подумай. Запоминающиеся самые это наши репетиции. Сравненные.
ერთი ჩაოლებრი ანსამბლი შეიძლება ჩამოყალიბდეს მართლა ბიჭებმაც აღნიშნეს რომ ერთი ფანდური დრამი და რაღაცა რო იყოს კოსმებში რო დადგეთ ერთი ანსამბლი ხართ და ეს არის თქვენი მიღწევა вы большие правда молодцы то что сделали в зале это вообще отдельно про это ну вы видите да может быть это сейчас не вау но это большой объём проделанный всего за одну неделю и сегодня я хочу чтобы мы все гуляли, веселились до самого конца, а отсыпаться будем потом. Спасибо вам еще раз большое, вы огромные молодцы. Что это значит впечатление? Во имя нету, все у меня интересное. Муаресан та панда. Финиш.